Друзья, всем привет! Смотрите, вот такая вот конструкция. А это что у нас? Узнаете, да? Узнаете, узнаете. Нет, друзья, я никуда не переезжаю. Потом обрежешь. Я никуда не переезжаю. Моя кухонка и ваша крышечка, она остается пока на месте. Это я, друзья, сегодня приседаю. Сегодня приседаю и... Ну... Штанги сейчас нету, да, и это не те 145, когда я когда-то приседал. И тогда, когда у меня ноги были огромные, как у бегемота. А было дело, было. 145 я приседал. Вкусно, капец. Вот, пацаны могут подтвердить. Но не суть в том. Вот, ну, так как штанги уже нету, да, и залы сейчас дорогие... Я придумал такую конструкцию. Тут, значит, 15-15,5 килограмм. 15 это железный, ну тут 15-200, вот так вот, 15-200. Но, друзья, округляем 14, да. Я специально наложил больше, да, чтобы, ну, просто округлить, чтобы вот уже быть уверенным, что там чистые 14, да, 14. Может, пока буду приседать, где-то тут пыль спадет, и оно, вес меньше будет, да. Я поставил очередную бутылочку на размораживание. Вот. А тут у нас вот такие вот осадки, когда мы процеживаем. Вот такая вот тема. Вот. И плюс, друзья, 16 килограмм. То есть тридцатка. Тридцатками, тридцатка чистыми аж бегом. Вот, аж бегом. И буду приседать. Друзья, смотрите, какая тема. Т-150, классная тема, классная вообще. Т-150 это четкая тема. И сейчас я покажу, как это все смешно, конечно, выглядит. Да, это будет мне как память, на память, и вам тоже поделитесь. Это, друзья, для тех, кто продолжает говорить. Ну вот, ну нет у меня ничего, просто нет. Вот просто ничего нету. И турники, ближайший турник за 1000 километров, да. И приседать я своим весом не хочу, не умею. И то мне не нравится, и все мне не нравится. Вот вообще ничего нету, что посоветуешь? Да вот же ж. Молот Тора, молот звычайного хлопца. Канал звычайный хлопец, да. И вот такая вот тема, друзья, и вот такая вот тема. Вон мои весы. А нас ждут яйца и гречка. Гречиха. Опаньки. Вот, сейчас я все покажу, как это выглядит. Конструкция смешная. Но доработаем. Ну чем там уже можно понтоваться? Давай уже приседай со своей табуреткой. А, люди ждут, ну ё-моё. Сейчас мы, друзья, оденем эту тему. Я не знаю, рассчитан рюкзак на это или нет. Но я уже 10 раз присел. Но лишний раз одеваю, думаю, такое ощущение, что рюкзак может. Он как бы не предназначен. Пятнашку на себе тягать. Вот. И работаем. Огромные ноги. Просто ноги бегемота. Ронни Коллиман позавидует. Это пиздец. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the... А, такая вот тема, друзья. Работаем. Я пробегусь.